фасадная краска мурипласт, крупное зерно 1,2 и 4. Можно создать различные эффекты. Эффект ревертина, шуба, то есть любой эффект. В чем бренд, почему отличие? То есть в Москве, в больших городах этот материал закладывается в проекты. Отличительная черта. То есть материал выдерживает любые трещины. Материал наносится на новые дома. Материал не имеет в своем составе резину. Мурипласт. Мурипласт. То есть у нас есть объекты в Москве. Весь поселок Абрау-Дюрсо. 380 рублей квадрат. Килограмм, прошу прощения, килограмм. 380 рублей килограмм. Вы можете обратно погнуть, да, попробуйте. Что еще раз? Вот, вот нас, мы показываем объекты 6-7 лет, да, на новые дома наносили. Ни кусочек, ни трещина, ни цвет не высыпал. Еще раз. Москва, Абрау-Дюрсо, Новороссийск, Сочи, Краснодар, Крым. У нас вот, вот этих объектов очень много. Хорошо, а с килограмм сколько квадрат? Ну, смотрите, у нас в прайсе заявлен расход 1,5-2 килограмма. Это максимальный, да, это максимальный расход. Мы свои объекты выполняем 1,2, 1,4 килограмма. Можно. Мы из мурипласта делаем, если нужно создать какой-то барельеф или рельеф, да, из того, что очень крупная крошка 1,2, 1,4, мы из него делаем и внутри. Цена 380 рублей килограмм. А на квадратный метр где-то средняя 1,5 килограмма. Материал колируется по вееру. Травертин, из него крупная крошка, травертин, шуба, что угодно можно создать. Но она, конечно, здесь акрил, но здесь акрил не токсичный. То есть его можно использовать внутри. Он уже полностью готовый, его не нужно ничем защищать, он все уже, полностью готовый материал. Он уже защитным покрыт, то есть можно отмыть, его можно мыть из керхера совершенно спокойно. Еще раз. Но он шероховатый, в зависимости от того рельефа, который вы создадите инструментом. Обладает, ему 14 дней надо настояться выдержать. А? На сжатие. Ну, давай. Ну, вот только что ребята, ну, давайте, ребята выдержали. На сжатие. Нет, вы не помните. Это самостоятельно. Ну, погните сами, мы вам эту, мы вам эту плашку привезли, оставляем. Сергей Анатольевич, мурипласт, только шпатели можно носить. По-моему. Шпателем, фильмы. Крупная фракция. Давай сейчас мы. Шпателем, кельмы. Вот мурипласт, поселок Абрау-Дюрсо. Полностью наш клиент, это все покрашено мурипластом. Нет, там рама проверена. А поверх чего красили? Просто штукатуренные стены. Да. Ну а под него надо будет? Ну вот под травертин можно. Сетку фасадную. Нет, он стягивает все. Он, вот вы его, это особенность в том, что наносит на дома. Ну, конечно, уже под гнуткой. А на газоблок, допустим, как он идет? Кладем. Его отличие, вот мы не сказали, что отличие мурипласта в том, что его можно положить на газбетон, на бетон, то есть он кладется практически на любые поверхности. Да. Но, соответственно, когда вы кладете на, там, на газобетон или на что-то, увеличится расход материала. Ну, а грунтовая, допустим, система надо же? Вот опять же, по правилам надо. Практика показывает, что мурипласт, специальный грунт не нужен. То есть мы можем сразу уже наносить. Еще раз, предварительно окрашенные поверхности.
Сергей Анатольевич, ну вы имеете в виду, когда уже подпылилось все. Ну, опять же, вы понимаете, там крупная крошка, да, если мы берем, да, нужно, чтобы он зацепился, да, чтобы создать рельеф структуры, наверное, лучше все прогрунтовать. Просто если бетон шероховатый, да, то он там цепляется. Конкретно был вопрос про бетон. То есть здесь, если вы говорите, вот вы показываете мне стену, я понимаю, что должен зацепиться, поэтому лучше нанести грунт скварцевым песком. Сейчас мы закончим с Инсанкой, да, и потом перерыв. У нас перерыв сюда тоже.